С малых лет дети в семье Зайдулиных не чужды спорту. Все благодаря папе Руслану, учителю физкультуры с многолетним стажем. В этом году сын Рим пошел в первый класс, и чтобы привить любовь к спорту и разнообразить досуг, семья решила принять участие в соревнованиях «Мама, папа, я. Спортивная семья». Многие очень семьи тут разминаются, я смотрю, принимают активное участие. Как? Чем сможем физически? Постараемся, конечно, завоевывать первое место. Завоевать, как говорится, первое место, а как получится дальше. Просто мы самые младшие, я так понимаю, здесь еще. Есть постарше. Ну, будем все вместе с ним участвовать. Есть группа, что выше, призовые места. Спортивные семейные соревнования в Самаре давно стали традиционными. Они проходят на территории всех 9 районов города. В отборочном этапе, который прошел в промышленном районе, за звание самой спортивной семьи и за возможность участвовать в городском этапе стартов «Мама, папа, я. Спортивная семья» боролись 8 семей с детьми в возрасте от 7 до 12 лет. Организаторы рассказали, что ежегодно добавляют новые конкурсы, чтобы разнообразить соревнования, и у конкурсантов не было возможности подготовиться к ним заранее. Из традиционных вижу, что здесь будут лыжи, соответственно, самуи. Будут. И вот чертово колесо, я его так называю. Вот это три вида, которые, а что еще нового ребята приготовили, они тоже до конца держат в секрете, потому что каждый год они обновляют свои эстафеты. В будущем победители городских соревнований поборются за призы регионального этапа. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.